стойку убирают? Да, убирают. И пульт убираем. Вот опять же, я вроде знаю текст, а хочется его поставить перед глазами. Потому что когда нет текста, включается мозг совсем по-другому. Даже там, где не был уверен, ты все равно, чтобы забыться, раствориться и просто делать, что хочешь. Несет меня. Что останавливает? Даже это длинное, хоть отрезала там. Потом тебе их отправила и здесь все удалила. Потому что я... У меня тут и так уже все это... Мы там будем петь. Мы будем петь, только мне очень стыдно сейчас. Так. Про эту ноту, про высокую, то, что ты не соединила. Фредди ее берет твердой атакой, он отрывает все это. Но у тебя не то, не сё. Поэтому я тебе тогда сказала, соединяй, хочешь, бери все. Я вообще тебе предлагаю, хочешь, гавкай ее. Да она не высокая, чтобы ее гавкать. Нет, а ты попробуй в средней тесситуре погавкать. Mm-hmm. А, в смысле, реддл? Да дело не в ваших этих... Это... А, в смысле гавкать? В смысле резко ее так? А рвать, как тузик грелку, это называется. Ты можешь рвать здесь, потому что он отрывает, он берет
Там он берет это сверху, твердой атакой, как он это поет. Ну, это рок, ты можешь здесь сделать все, что угодно. Все, что угодно ты можешь здесь сделать. Мне не хватает себя. Мне кажется, я теряюсь. То, что там один товарищ написал, что ему не хватает, это не надо читать, товарищи. Я же вижу, откуда ветер дует. А? Ты же читаешься, как книжка. А? Ну что, не так? Это мое мнение. Да, оно совпало там с одним товарищем, да? Один раз спела. Товарищ пишет там, что ему не хватает. Ну? Мало ли кому чего не хватает. Мы один раз только спели, сейчас второй. А то, что она у тебя на слуху, ну что? Одно дело на слуху, другое дело ты берешь... Я имею в виду либо по энергетике. Я тебе, я тебе говорю просто, ты откажись сейчас вообще от длинных фраз и рви как тузик грелку. Я тебе прям даю зеленый. А вот это вот... I've got to break free. I've got to break free from your lies. You're so self-satisfied. Как чувствуешь? Я бы могла половину так спеть. Смотря как... У меня все идет от чувств. А то, что кому-то чего-то не хватает, ты понимаешь, что людям всегда будет не хватать. Полина, милая, людям будет не хватать всегда. Понимаешь? Одному не будет хватать этого, другому другого. Ну что, будем ублажать тех, кто смотрит канал? Я благодарна конструктивной критике. Но вот это не хватает. Ну, точно. Для моего уровня достаточно. Нет, ну... Нет, ну просто... В первую очередь, вокалист должен быть удовлетворен самим собой. В том-то и дело. Вот если ты сама собой недовольна, вот и трудись. Так, а на какие рычаги мне найти? Я тебе сказала, рви как тузик грелку. А может... И гавкой. У тебя, понимаешь, это же рок. Возьми, уйди от мягкости всей. Здесь вот а-а-а, здесь могут быть такие звуки, здесь может быть твердая атака. А-а-а-а-а-а-а-а-у-у-э-э. Здесь все может быть. Здесь может быть много твердой атаки. Это как раз тот случай, когда, вот мы говорили, у нас три типа атаки. Мягкая, твердая, придыхательная. Вот здесь как раз уместна твердая атака. Уместна. Ну и давай ее. Столько, сколько твоей душеньке угодно. Не угодно твоей душе, ну давай. Что значит не соответствует уровню? Опять начиталось. Нет, просто мне интересно, что это значит. Любую песню... А ты знаешь, а я вот и не знаю. Уровню того, кто это пишет, наверное. Может быть, его уровню представления. Мы все разные. Поля, дорогая, если на эти вещи обращать внимание... Нет, просто у меня вот, я вам еще до того, как мы стали петь эту песню, говорила... Это тебе говорили, до меня еще. Что тебе петь рок, типа, дорога заказана. Типа. Ну так, а почему? С чем? Типа, у меня голос слабый. Это не слабый. Динамики не нет. Слабый у тебя голос. Нет. Здесь речь идет конкретно, тот, кто так вот рассуждает, что твой голос, природный твой голос, якобы не для пения роковых произведений. Якобы. А когда у нас сидит симфонический оркестр вместе с ним джазовая ритм-группа, и они играют у них симбиоз, это нормально. Это нормально. Сейчас что только не смешивают. У нас сейчас микс-то вот так вот. Вообще во вселенной, я имею в виду. У нас все посмешали. У нас смешали абсолютно все. Джаз поют академические вокалисты, и я аплодирую им. Почему? Потому что... Эта исполнительница, вот я ее смотрела и обнимала ее за кулисами, она не вот так стала краями и поет Гершина. Она из кожи вылазит и поет. И я получаю удовольствие от ее энергетики. И у нее все прекрасно. Мы что, будем обсуждать тембры голосов людей по тембру голоса, которые им природой дам? Да еще какой у тебя потрясающий голос. Любить надо себя. И прекратить вот это все. Не хватает будет всем. И чувствовала, что чего-то не хватает. Я тебе еще раз говорю. Блин. Или у меня осуждение такое, убеждение странное.
Полина, я сама себе пытаюсь. Полина, поем, рви где хочешь, тяни где хочешь. Как чувствуешь, так и работаем. Как чувствуешь? Она не резко начинается. То есть сейчас оно не актуально.
оно оттуда как бы осталось, и если ты хочешь там хейкнуть, то нужно хейкнуть, как мы сейчас хейкаем в 21 веке. То есть не в гармонии? Ну, это почему? Дело нет. Дело не здесь, я не про гармонию. Ну, это должно быть... Понимаешь, оно сейчас просто как маленькая заплатка. Я тебе вот и раньше об этом сказала, в сообщении. Оно звучит как-то отдельно от всего. Оно должно быть либо... Эй! Там как-то... И сразу начать следующую фразу петь. Либо от этой как бы эхо отскакивает. Но не между ними, вот тут. Улавливаешь? У него как бы это отдельно звучит. Может быть не хей, может быть какой-то хмык, может быть какое-то свое какое-то проявление чувств, что ты там хочешь. Либо ничего не надо, что обязательно втыкать что-то. Ну, если хочется, если как бы ты чувствуешь, что у тебя совпадают один в один с Фредди, вот это хей его, пой, аудиально просто немножко как бы разница с твоей. А вот в конце, это твоей, что я? Ну, и делай, я вот бы... Вот это мое. Я бы была еще бы активнее и больше, и продула бы я ее. Нет, на одну. Давайте после этого. Сейчас я тебе вышку поставлю.
хорошо. Прям микрофон должна сожрать, понимаешь? Тесситура низкая, нужно как можно ближе работать. И больше еще, здесь чуть-чуть, здесь гротескова дает. Living without, living without, living without you. Да. Living without, living without, living without. А все это где? Living without, living without, living without you. Да. Я на самом деле в шоке, что я так умею. Да, вот так и нужно давать. Давай после импровизации. Соединить там после люфта надо очень хорошо. Глаз включить, все включить. Забиваем импровизацию. Free. Но free это отдельное слово? Free. Но это же отдельное? Да.
немецкий. В смысле? Free. Одно обособленное слово. Ну вот. Free. Ну так ты можешь его здесь и не петь, можешь там торчать. Попробуй зависнуть там сейчас. На брейк? Да. I'm brought you free. Куда ты дальше придешь? Куда ты просто хочется спросить free. А у тебя что, это последнее? А, на последнее. Все, 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 все. Снимай. Ну все, что, пошутишь, что нельзя? Все, поехали еще разочек. Ладно.